Родители школьников спешат подготовиться к новому учебному году и докупить все необходимое для ребенка. И если у детей, которые перешли во второй и более старшие классы, часть школьных принадлежностей, одежды и обуви остались с прошлого года, то первоклашкам чаще всего необходимо собирать все, как говорится, с нуля. Во сколько обойдется семье отправить ребенка в первый класс, выясняли наши корреспонденты. Елена и будущая первоклассница Есения начали поход по магазинам с покупки школьной формы, самой затратной части из всего списка необходимых вещей. Цена на школьную форму зависит от модели, ткани, размера. Самое необходимое – юбка, жилет, галстук и блузка – вышли в сумму 4200 рублей. Блузок девочке надо как минимум 3. Желательно еще взять про запас юбку или брюки, а также кардиган или кофточку. Вот приплюсуйте еще примерно 3,5-4 тысячи рублей. Цена на туфли в местных торговых точках начинается от 1000 рублей, если кожаные – от 2. Есени понравились вот эти за 1650. Елена согласилась с выбором девочки. Добавим к покупке 2 пары белых колготок и 1 пару гольфиков. Итого в этом отделе остаются еще 2200 рублей. Теперь путь лежит в магазин с канцтоварами. Родителям в школе заранее выдали список, что нужно иметь будущему первокласснику. Для начала необходимо выбрать рюкзак. Для Есени важен цвет. Елена же придерживается других критериев. Когда я выбирала рюкзак, я ориентируюсь на безопасность и здоровье ребенка. Не только по расцветке мы выбирали, а по безопасности. Тут ортопедическая спинка, широкие лямки и, конечно же, светоотражатели. Рюкзак для ребенка можно купить и за 1000 рублей, но те, которые имеют жесткий каркас и ортопедическую спинку, стоят примерно от 2500. Этот обошелся почти в 3000 рублей. В списке школьных принадлежностей 29 пунктов. Цены на карандаши, краски, пластилин, пеналы также варьируют в зависимости от десятка самых разных факторов. Как говорят продавцы, в среднем собрать первокласснику все школьные принадлежности обходится для родителей в 1500 рублей. Эта корзина обошлась немного дороже. С учетом рюкзака в магазине было потрачено 5000 рублей. Не стоит забывать про уроки физкультуры. Кроссовки, спортивный костюм и футболка – еще 2500 рублей. Проблема с учебниками уже решена. В этом году все кубанские школьники получат их бесплатно. Но в начальной школе сейчас предусмотрены рабочие тетради. Комплект обойдется родителям еще как минимум в 1500 рублей. Завершающий штрих – цветы. Обязательное дополнение к образу первоклашки. Плюс примерно 300 рублей. Итак, кошелек молодой мамы стал легче на 19500 рублей. Это при том, что покупала она самое необходимое для будущей первоклассницы и далеко не самое дорогое. Следующего ребенка Елена, по ее словам, начнет собирать к школе задолго до начала учебного года. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.